Штормовое предупреждение из-за грядущих морозов объявила МЧС Свердловской области. По прогнозам, уже в эти выходные столбики термометров в регионе опустятся до -43 градусов. Самой холодной будет предстоящая ночь. Температура воздуха в восточных районах области опустится ниже -40. В Первоуральске будет немного теплее, -30-34 градуса. Синоптики объясняют сильные морозы арктическим антициклоном, но он быстро отступит. Уже в начале следующей недели атлантический воздух принесет снегопады и резкое потепление. Вероятны даже дневные оттепели до +1 градуса. А пока в МЧС призывают уральцев ограничить пребывание на улице, отказаться от дальних поездок и соблюдать меры пожарной безопасности.